Скучать в мире кино не приходится никогда. Ведь здесь регулярно появляются интересные фильмы-новинки, дебютируют режиссеры и актеры. О том, что индустрия подготовила в первый месяц Нового года, расскажет Мария Шилованова. Любимые герои, знакомые с детства, возвращаются в киноконцертном зале «Панорама». Известная всеми деревня викингов, независимая и не принадлежащая ни к одному из государств, так и стоит, непоколебимо, вместе с ее жителями. Все знают о том, что могучие друиды давным-давно придумали рецепт тайного зелья, которое в разы увеличивает силу каждого, кто его выпьет. Из поколения в поколение этот рецепт передавался каждому друиду. Волшебный напиток множество раз выручал деревню галлов от различного рода напастей и помогал в бою. Именно поэтому с ним считаются другие государства и не смеют заходить на их территорию. Однажды, одним прекрасным утром, случилась очень печальная неожиданность. Друид упал с дерева, когда собирал ингредиенты для создания новой порции зелья. Астериксу и Обеликсу поручили очень важное задание – найти нового друида, так как старый получил очень серьезную травму и не сможет выполнять свои обязанности в полной мере. Имеется ли у вас список молодых талантливых друидов? Да, целая картотека. Картотека? Полная база данных. Строгель? Уцап? Здесь абсолютные бездари. Они даже луковый суп сварить не могут. Эти так себе. Выучили пару фокусов. Меня называют магнитик. Отправившись в далекое путешествие, герои должны преодолеть массу трудностей и препятствий, встретить на своем пути как врагов, так и друзей, и найти одного, того достойного кандидата, который вправе узнать тайну волшебного рецепта. ККЗ «Панорама» ждет на премьеры мультфильма всех старше 6 лет 17 января. Ну сколько можно? Опять будет как в прошлый раз. Я все рассчитал. Если сейчас не взорвется, значит рецепт правильный готов. Так. Друид из тебя, конечно, бомбический. Ну а другой не менее интересной лентой в прокате станет триллер «Море соблазна». Главный герой в исполнении Мэттью МакКонахи живет так, как хочет. У него есть собственный корабль, который плавает по просторам Карибского моря. Светит яркое солнце, дует попутный ветер, а жизнь – сплошной адреналин. Что может быть лучше? Главный герой испытывает грусть на душе. Его возлюбленная вышла замуж за другого человека. Он баснословно богат, и теперь они живут счастливо в Майами. Вскоре, как только мужчина смирился со своей холостяцкой жизнью, возлюбленная вновь появляется на его пути. Давно не виделись. Тебя было непросто найти. Как поживаешь, Джон? Это имя осталось в прошлом. Она слезно просит о помощи, и мужчина не в силах ей отказать. Тем более сыграла возлюбленную Энн Хэтуэй. Теперь морская стихия станет защитой для двух влюбленных и местом соблазна для двоих. Не поддавайся соблазну. Не путай добро со злом. Стоит отметить, что фильм вышел в прокат с возрастным цензом 18+. О других новинках кинопроката можно узнать на официальном сайте киноконцертного зала «Панорама» на Смоленском 29 и по телефону 300 033.